Всем привет на канале Олдашман. Сегодня мы с вами продолжаем тематику миграционной политики, нелегальных мигрантов, того, как власти Германии пытаются бороться с этой неуправляемой волной, и о том, как некоторые земли Германии в обход различных вот этих вот требований всяких гуманитарных организаций, психологических компаний делают свое дело. В земле Саксон-Анхальт за прошедший период этого года, то есть с января по конец августа, было отправлено, депортировано 325 человек, представляющих собой угрозу для социального общества. Это криминальные элементы, это злостные, скажем так, бандиты, которые не хотят нигде не устраиваться на работу, хотят только кассировать социальную помощь. И что интересно, это количество, 325 человек, на 18% больше, чем было в этой же земле отправлено, депортировано, вернее, людей за прошедший период прошлого года. Куда их отправили? Их отправили в Грузию, в Македонию, в Австрию, во Францию, в Индию. И что интересно, почему именно вот в Австрию, допустим, в Индию или во Францию? Согласно Дублинскому соглашению, на основании которого люди, прибывшие в Евросоюз и отметившиеся в той стране, куда они прибыли, как беженцы, они обязаны находиться в той стране для получения статуса беженца политического или же ждать решения своего вопроса, будет он решен положительно в их отношении или им будет отказано. Люди, приехавшие, допустим, в Австрию или во Францию, решили, что достаточно отметиться в этой стране и рвануть в Германию. Таким образом, они попадали сюда, в Германию, и их отправили в те страны, откуда они сюда и приехали. Ну, Грузия, я не знаю, может быть, иранцы. Может быть, иранцы или иракцы через Грузию пытались попасть сюда, но их отправили туда же. Значит, бесплатно. Ну, что ж такое? Почему бесплатно? Потому что сегодня все вокруг говорят, что дайте нам бесплатно то, бесплатно это, одно, другое, третье. Вот постоянно в голове крутится это бесплатно. Добровольно Германию покинули за этот период времени, с января по конец августа, 265 человек. Это немножечко больше, чем за прошлый период прошлого года. В прошлом году было 232 человека. То есть это те люди, которым отказали в выдаче статуса беженца, им отказали в выдаче, скажем так, терпимого статуса, им отказали во всех социальных пособиях, во всех социальных услугах, на которые могут рассчитывать люди, получающие статус беженца или, скажем так, терпимые. Вот. И сейчас еще ожидают своей депортации свыше 5000 человек, это 5170 человек только в земле Саксон-Анхальт. Что это за люди? Опять-таки, это люди, приехавшие сюда нелегальным путем, заплатившие контрабандистам сумасшедшие деньги за то, что те их привезут через различные вот эти вот свои дороги, вот эти вот свои как их, тропы контрабандные, через Польшу, через Австрию, через Венгрию, в Германию. И, естественно, эти люди, контрабандисты, хорошо нажились на вот этих вот нелегалах, взяв с них хорошую мзду. Но нелегалам, увы, не повезло. Один маленький момент нужно обратить на то, что депортация, она сам процесс вот этого вот депортации этих нелегальных мигрантов длится довольно-таки долго, от 1 до 3 лет. То есть за это время человек может где-нибудь здесь осесть при помощи каких-то своих знакомых контрабандистов или криминальных элементов, сделать себе фальшивые документы. По этим фальшивым документам, естественно, его уже
компетентные немецкие органы найти не смогут. Он может где-то затеряться, уехать, допустим, в ту же самую Голландию или в Данию или в Бельгию, отметиться там, что вот он беженец и так далее. И потом все равно каким-то образом пытаться получать социальные льготы, те, которые получают действительно беженцы. Но многих людей, до которых не доходит, и слава богу, что они могут облапошить вот так вот и бюрократическую систему, и политическую систему страны, многих людей просто-напросто отправляют обратно в те страны, откуда они родом. В частности, многих марокканцев, тунисцев отправляют. И сейчас, вот как я сказал, своей депортации, ну, депортация это грубо, да, будем называть отправки на родину. Своей отправки на родину ожидают только в Саксон-Анхальт свыше 5000 человек. В ближайшее время, может быть, отправят еще 200-300 человек, тех, которые действительно представляют собой угрозу социальному обществу, угрозу окружающим. А с другими будут работать опять-таки вот эти вот адвокаты, гуманитарные службы, различные каритативные организации, которые пытаются им помочь определиться на своем дальнейшем пути в жизни или попытаться остаться в Германии на легальных условиях, или же покинуть Германию, не привлекая к себе никаких, допустим, уголовных деликтов. Ведь многие тунисцы и марокканцы, они ведут себя здесь достаточно отвратительно и пугают местное население тем, что размахивают ножами и кричат какие-то непонятные лозунги, открыто пытаются на ареалах около ЖД вокзалов продавать наркотики, по вечерам разгуливают по улицам, пытаются не то что ловить девушек, чтобы их насиловать, они просто-напросто отлавливают обычных молодых ребят и избивают их, потому что им нужно выплеснуть куда-то свою агрессию, им нужно показать, что они агрессивные, что они сильные, запугать местное население. И люди, очень многие, обращаются в полицию с требованием принять наконец-то радикальные меры в отношении таких вот нелегалов. Естественно, полиция не может действовать полностью с развязанными руками, потому что все-таки политическая машина в государстве работает несколько иначе. Та же самая Нэнси Фезер, министр внутренних дел, требует, чтобы полицейские более лояльно относились к судьбам этих мигрантов, к их вот этим вот случаям попадания на территорию Германии. Но конкретных действий от полиции она не требует. То есть в данном случае получается что? Если полицейские ведут себя лояльно и толерантно, значит они тюфяки. Как говорят негры, немцы это терпилы. Если же полиция будет вести себя жестко согласно инструкции и закона о полиции, то любые организации, будь то каритативные или гуманитарные, набросятся на полицию, Нэнси Фезер тут же открестится от полицейских и скажет: «Что? Серьезно? Ну, я таких распоряжений не давала. Это, наверное, они сами. Мы найдем и накажем виновных». Ну, это же всегда так делали бюрократы в любой стране. И Германия в этом отношении тоже не исключение. А наша дражайшая министр иностранных дел, которая, скажем так, уже последний год наслаждается местом на посту министра иностранных дел, Анна-Лена Бербок, в последнее время что-то стало вяло заступаться за этих мигрантов. Я не знаю почему, но, скорее всего, здесь имеет место снижение денежного потока на требования и, скажем так, задумки Министерства иностранных дел по отношению к мигрантам. Тем более последний вот этот вот нашумевший скандал с выдачей легальных виз по подложным документам
через пакистанское посольство, вернее, через немецкое посольство в Пакистане, в городе Исламабад, многим пакистанцам, многим афганцам, Министерство иностранных дел в этом отношении будет еще очень и очень долго отхлебывать вот эту вот свою кашу, и во сне они будут икать от того, что их добрым словом вспоминают простые люди. Естественно, вот эта вот министр иностранных дел, она сейчас постепенно сбавила обороты, и опять она обернулась своим лицом в сторону Украины, пытаясь уже не так открыто, как это было несколько лет назад, говорить, что на свое население ей попросту на, пока украинцам плохо. Она сейчас говорит по-другому, что если канцлер Шольц говорит, что со следующего года мы снижаем помощь денежную Украине, то он поступает неправильно. Мы должны поддерживать Украину, так как это наш братский народ. Вы знаете, я ничего не имею против любого братского народа, но в данном случае немцы это германская языковая группа, а украинцы это славянская языковая группа. И говорить о братстве здесь достаточно-таки затруднительно, потому что чтобы найти корни этого братства, нужно копнуть так на глубину около 1500 лет назад, а то и больше, когда бегали вот эти вот разрозненные племена гуннов и каких-то венедов, после которых и пошла Русь, Киевская Русь и потом далее. Очень сложно найти корни, общие корни вот этого вот братства. То, что происходит сегодня, это да, действительно, это ужасно, но как бы то ни было, министр иностранных дел, она сегодня несколько поубавила свои обороты, поубавила свои вот эти вот высказывания негативные в отношении своего населения, потому что она боится, что ну, в любом случае она потеряет уже свой пост, так как на следующий год у нас будут выборы в Бундестаг, и вряд ли ее уже новый бундесканцлер. Не дай бог Олафу стать на второй срок. Вряд ли ее новый бундесканцлер оставит на посту министра иностранных дел. Но возвратимся к этим нелегальным мигрантам, пытающимся всякими путями попасть на территорию Германии. Опять-таки, земля Мекленбург-Передняя Померания. Я вам уже в одном видео рассказывал, что задержали 24 сомалийца, ехавших контрабандой в одном микробусе. Микробусе, пардон, я неграмотный, да, как некоторые говорят. Буквально через несколько дней после того, как полиция задержала 24 сомалийца, следующий наряд полиции задержал уже два микроавтобуса, на борту которых находилось 56 нелегальных мигрантов, ехавших из Польши в Германию. Среди них оказалось 13 сомалийцев, 28 афганцев, ну и там разные пишут другие национальности, эритрейцы и так далее. Люди, даже зная, что их могут депортировать, они вкладывают свои деньги для того, чтобы попасть на территорию Германии, в надежде на то, что полиция здесь их просто-напросто не заметит. Но после того, когда полиция начинает их жестко отлавливать, они совершают ошибку в том плане, что они просто надеются на забывчивость полицейских в Германии. Немецкая бюрократическая система не забывает ничего. Будь вы 30 лет назад. Вот, кстати, один пример. Давайте с мигрантами мы закончили. Лет, скажем так, 25 назад, если не раньше, один из приехавших репатриантов из Украины попался в магазине «Реал» на краже алкоголя. Его привезли на машине на полицейской в общежитие. Он был бухой никакой. Во-первых, он открыл там бутылку. Он пришел в магазин уже немножко под шофе. Потом взял там, открыл бутылку виски,
и выхлебал прямо ее там, спрятавшись за прилавками. Естественно, детективы и камеры видеонаблюдения все это в магазине засекли его, задержали на кассе, он начал возмущаться, как раз вовремя подоспела полиция, и ему выдали черную карту, то есть ему запретили вообще приходить в этот магазин Реал. Ну, для жены это был шок, вот. Но я о том, что бюрократическая система Германии ничего не забывает. Через 10 лет этот человек пытался устроиться работать водителем на автобусе. И его не взяли. Ему даже отказали в поступлении на курсы водителей на автобус. И прошло еще 10 лет, нет, 5 лет, он устроился с горем пополам. Все это время он сидел на социале. 15 лет он сидел на социале. Молодец. Он устроился в фирму вот этих вот хаус-мастеров, там, где они садовники, там прибирают, сантехники, электрики и так далее. И вот сейчас он там работает. Выше ему уже не подняться, потому что он был пойман на порче чужого имущества, на краже в магазине и отказывался признать свою вину, хоть все видеодоказательства были против него. Вот такие вот дела. И поэтому, когда многие иммигранты или нелегалы попадают в Германию, совершают какие-то кражи, допустим, в магазинах, и их на этом ловят, то этим облегчается путь депортации вот этих вот нелегалов на их родину или в ту страну, откуда они приехали. Вернее, в ту страну, где они изначально были зарегистрированы как какие-то беженцы. Намного легче таких вот мигрантов отправлять. Ну, это статистика. Это статистика. Сколько? 232 были, покинули добровольно Германию. 325 опасных криминальных элементов, рецидивистов были депортированы в последнее время из земли Саксен-Анхальт. И еще 5170 человек сидят вот в этих вот анкер-центрах, в этих лагерях. Ну, безвылазно не скажешь, это же не тюрьма, они могут выходить погулять на улицу и так далее, но сидят, ожидают решения, окончательного решения своего вопроса, уже не в их пользу. То есть решается вопрос об отправке вот этих вот людей, сборе их в группы. Допустим, этническая группа эфиопы, тунисцы, марокканцы, чтобы их отправлять одним рейсом сразу и забывать о них. Понимаете, поэтому у многих людей, пытающихся сюда приехать, все-таки теплится в душе надежда, что им удастся обмануть. Ну ведь получается же у многих так обманывать государство. Им дают языковые курсы, они учатся, учатся, хорошо, хорошо, хорошо. Экзамен не Б, не М. Экзамен завалил, дают еще несколько месяцев. Учатся вроде нормально, нормально, экзамен не Б, не М. И, естественно, местные организации это все понимают, но против экзамена, опять же таки, недостаток бюрократической системы Германии, против экзамена не попрешь. Дают еще какие-то дополнительные курсы или говорят, хорошо, ну, у тебя уже более-менее язык и есть, поэтому иди на переквалификацию по работе. Эти люди даже не хотят на эти курсы ходить на переквалификацию только для того, чтобы получать и дальше этот бюргергельд, чтобы государство платило за них за квартиру. Но у государства, елки-палки, денежки-то кончаются, потому что чем больше приезжает сюда мигрантов, тем меньше становится денег в казне, потому что очень многие люди просто-напросто хотят сидеть на социале и не хотят работать, не хотят вносить свой вклад в государственную казну той страны, в которой они находятся. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, желающие стать спонсорами. Ссылочки на ресурсы донатов в описании под каждым видео. И всем удачи, не болейте, пока.